отборочном турнире забивает свой уже 8-й мяч. И, кстати говоря, догоняет Эдина Джека из сборной Боснии. 65-я минута, и валится на газон от неспособности предотвратить беду защитник сборной Венгрии. Шилар Девечери срезает мяч головой в ворота своей команды. Удар, не берущийся для несчастного Адама Богдана, доставалось ему не только от соперника. Совершенно невероятное. Мартин Кашкартел, защитник Ливерпуля, отдает мяч вратарю. У него было право вот на такую передачу. И новобранец крыльев Советов умудряется пропустить эту передачу под своей ногой. В итоге автогол записан на Шкартела, но понятно, что бывший защитник «Зенита» в наименьшей степени виновен в этом эпизоде. Сложно сказать, что...